Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Даша, это канал Самсонышко Плей. И сегодня мы продолжаем играть в игру Father's Day. Мы сейчас в роли Джонатана пытаемся, будучи в этих чертогах разума, да, понять, что же произошло 20 лет назад. Мы с вами подобрали перчатки, и сейчас нам нужно будет рыться в туалете, чтобы дойти там какую-то фигню. Фу, блин. Я достал ключ-карту. И куда ее? А куда? Куда нам ключ-карту? Так, смотри-ка, нас тут заперли. Ну, кто-то ходит. Тут меня прям это так смущает, что там кто-то ходит. Кто-то бродит. Но в доме-то там вроде нечего больше смотреть. Господи! Что-то есть еще, видимо. Так, поджечь надо эту куколку мою. Давай назад дом. Блин, а что так дико-то опять? А что, open? Наверху что-то? Давай посмотрим. Я не находил этот дневник в реальности. Мне нужно погрузиться в него и узнать, что происходило с ним в детстве. Почему он прячет эти воспоминания? Я пришел после школы домой. Моя мама была в плохом настроении. Мне пришлось опять сидеть в подвале. А дальше что? Ой! А дальше загрузочка. Блин, я что-то... Сейчас просто до этого играла в один хоррор, и я прям это... Я думала, что я наоборот сейчас такая вот все разогретая на эти хорроры, не буду бояться. А что-то, блин, как будто бы еще хлеще стало. Еще страшнее. Джонатан. 2.52. Так это опять тоже Джонатан, который был. Но мы сюда с вами в начале шли, в самом начале. Здесь еще тетенька, вот, да. Тетка вот эта бритая. У нее очень короткая стрижка. Что у нее с лицом? Но она улыбается, она милая. Как бы говорит, проходи, не бойся. Не надо бояться. А я бы сказала, что надо. Идем. О! Мои любимые друзья куклы. Блин, а что это? Почему не написано было, что это игра про кукол? Джонатан, ты зашел слишком далеко. А ты хочешь знать правду? Я расскажу тебе ее. Ну вот нигде не было написано, что игра про страшных кукол. Понял? А я не люблю вот это все. Сегодня ночью из психиатрической лечебницы сбежали два пациента, мужчина и женщина. Они представляются супружеской парой, ходят доверие и могут нанести вред окружающим. Будьте осторожны и не вступайте с ними в контакт. При любом подозрении звоните в местную полицию. Так это они меня преследуют, что ли, здесь? Ну-ка. Как бы ты ни старался, они не могут признать, что ты необычный ребенок. Я хочу, чтобы они это поняли. Почему ты мне препятствуешь? Сколько ты еще будешь терпеть запирание в подвале? Нам нужна свобода. У меня есть план, как от них избавиться. Позволь мне сделать это. Это, видимо, понял? Это про... Кто это? Мы сейчас узнаем про нашего вот этого маньяка. Да. Мы уже узнали, что его запирают в подвале. Причем, походу, это делают собственные родители. Вот. И мы сейчас роемся в его воспоминаниях, чтобы понять, а что он такой невеселый. Блин, какая... Это игрушка такая? Смирительные рубашки? Какая милая. Там кто-то ванну принимает, а мы мешаем. Ну-ка. Сейчас, погоди, я тут это... Я прям ненадолго, слушай. Ах ты, какой хулиган! Блин, кстати, в игре про этого эльфика вот точно такое же задание было. Также ванна, тоже там надо было воду спустить. Тук-тук-тук-тук-тук. Не стучите мне. Стукачи. Стукачье. Так, ну тут довольно мило, кстати. Довольно мило. Так, что тут? Яишенка.
Это что такое? Макарошки болоньезы с фейрюриками. Если кто не знал, фейрюрики — это тефтельки. Просто у меня в семье почему-то все называли их фейрюриками всегда. Я вам не мешаю? Нет? О, фига, как прикольно, да? Тут есть? А так нет. Есть? Нет. Прикол, вообще круто сделано. Я такой механики еще не видел. Блин, ну бабка какая-то злая, по-моему, нет? Но она чем-то явно недовольна. Но пацан ее впускать не хочет. Оно как бы и понятно. Я бы тоже такую бабеху не хотела бы себе в дом пускать. Чё-то у нее рожа слишком недовольная. Туда надо идти? Надо? Нет, давайте сначала в кладовке пороюсь. Подожди. Может, я здесь что-то найду? О! Что-то найду, смотри. Это пацаненка сюда запирали, что ли? Нужно найти... Он опять, вон он стоит, ждет меня. Нужно найти лом. Ну, точно сюда. Я еще не проверил второй этаж. Может, не надо? Она спрятала ключи. Найди отмычку, ты умеешь ею пользоваться. Она спрятала ключи. Звук такой неприятный. Подожди. Что так страшно? Так, погоди-ка. Так, дружище, это ты, да. Нам нужно 3 ключа, офигеть. И он начинает... Туда? Спасибо, милая моя. Спасибо, моя дорогая. О, какая красавица. Говорит, туда. Ну, я пошла. Хорошо. Сначала не так жутко было, по-моему. Сейчас жутче. О, фотоаппарат, смотри-ка. С, С, чтобы включить камеру. Ага, вон вижу эти... болторез. Нужно хорошенько стряхнуть. Стой, подожди, я ж тебя не сфоткала. Еще можно приблизить ее? Мне проявили фотографию, которую нужно хорошенько стряхнуть. Подожди, а почему не получается ее сфоткать-то? У меня не получается. Бабуль, подожди. Можно щелкнуть себя. Так ее сейчас не будет. Она, видишь, она ушла. Она не будет со мной фоткаться. Я-то хотела поближе ей портретку сделать. Подожди, а как мне тогда с ней фоткаться? Ну все, ее нет, она ушла. Она не хочет со мной фотографироваться больше. Так, вон пацаненок сидит, кстати. Фил? Этот парень не Фил, тогда кто же? Кто же знат-то? А не, нет, он не хочет открывать, понял? Что это такое? Подожди, что ты видела? Что это такое? Это медведь. Это Мишутка. Ну, бабуль! Ну, не закрывайся от меня. Чё все от меня прячется? Так. Какой-то... Ой, я забыла, что вертеть-то можно. Так стой, я же взять могу. Сейчас все фотки. Попробую повторить эти фото. Рили? Он опять. Солнце мое. Странный ты тип, конечно. Фил. Мой сынок, я и папа так хотели тебе помочь. Мы переехали в новый дом, в новый дом в надежде, что все изменится. Но тобой владело зло, и мы не знали, как с ним справиться. Начали происходить ужасные вещи. Убийства птиц и животных. Ты не был в этом виноват. Ты был заложником монстра. Я хотела тебя избавить от него. Опять, что ли, про этот, про... Как изгнание дьявола тема, нет? А то мы уже с тобой в такую играли. Недавно прям. Там тоже такое было. Теперь можно зайти? Нельзя, да? Вообще никак нельзя.
Упускает. Так, подожди, а какие фотки-то мне надо повторить? Я все забыла уже. Какие там были фотографии? Ну, там были вот у плиты, ой, у вот этой... у надгробия фотография, потом на, в подвале, ой, на чердаке, что ли, каком-то. У меня же инвентаря-то здесь нет. Как я повторю? Я не помню, отвечаю. Не помню таких фоток. На втором этаже мы с тобой в целом все проверили. Блин, пугает меня этот чел каждый раз. Подожди, давай-ка еще раз. Фокус, фотоаппарат, бег. Ну нет, нету ничего такого. Ничего такого нету. Ну, то есть надо по памяти как-то вспоминать. Там, где был болторез, где не было болтореза. Пойдем посмотрим. Тут, по идее, кладбище должно быть. Тут, по идее, должен быть скримак. Тут замок. Нам не открыть. Подожди. Девчонки тут ходят, мои подружки. Подружайки. Здесь тоже замок. А как? Какие фотки я сделаю? Подожди. Давай искать. Но здесь, по-моему, ничего такого нет. Ничего похожего на те фотографии. Болторез был где-то... Блин, как бы посмотреть-то еще раз эти фотки? Я не запомнила. Может быть, они все... А, вот сюда я еще не ходила, кстати. Я тут закрыта. А выйти не могу. Нет, пойдем второй этаж тогда. Надо на втором этаже гулять. Ну, сюда меня так и не пускают. Они не хотят, чтобы я здесь ходила. Давай тут попробуем. Но здесь нечего фоткать, понимаешь? Надо, говорит, повторить эти фотки. О. А, вот как. Вот как надо было. Я тебя сфоткала. Я тебя все. Ты теперь у меня в памяти будешь. Блин, только то есть я могла ту тетку тоже этот. Ну. Как это сказать? Запечатлить себе на память. Как фоткать теперь дальше? Может, я могу фотиком туда что-то вот... О, подожди, кто там что-то взять можно? Вон, записка. Мама меня наказала и закрыла в комнате. Папа, вернись домой. После того, как ты ушел, мама стала плохо со мной обращаться. Ну, какая мама? Ну, какая мама? А мы в прошлый раз это я не увидела, эти записки. Блин, где ж мне, ну... Вы хоть подскажите мне. Чё, куда, зачем и как? О, я, может, могу их сфоткать, смотри. Во! Ну-ка, давайте, зайки, улыбочку. Так, заберем. И вот мамашу сейчас, подожди. Крупным планом бы желательно. Как приблизить-то? Он не прибежает. Тоже ноль. Видишь, все. Я тебя вижу, я тебя знаю. Ну все. Сосед окончен. Тут кашель тут. Я не понимаю. А зачем он хотел повторить фотки-то? Блин, опять они. Пугают меня. Это он чудачок там сидит. Где бы найти-то инструменты? Здесь, по-моему, ничего нет. Ничего не тыкается, ничего не берется. Наверх меня тоже не пускают. Чего я повторить? О! А, вот же фотки-то валяются. Смотри-ка. Нужно сфотографировать эти места. Это я поняла. Это вот как будто бы какой-то чердак, да? О! О! Отмычка. Отлично. Так теперь места, значит, получается, я сейчас вот эти замки вскрою. Вот эти вот, да? Да. И сейчас мы там пофоткаем все. Все, изи. Я все поняла. Привет. Ау-вау-вау-вау-вау. Бу. А я сказала, сейчас бу будет. А я предупреждала. О,
Этот малой за мной следил, кстати, около дома. Я хорошо постарался для того, чтобы родители положили психиатрическую клинику. Им поставили диагноз шизофрения. Опасной формы, ведь они чуть не нанесли вред своему ребенку. Ужас какой. Да вы что? Что за больные люди? О, вот, вот, вот. Нажмите, чтобы сделать снимок. Только тут болторез был, помнишь? Так, и чё, взять? И чё? О, вон оно как работает. Круто. Беру. В комнате матери был сундук. Возможно, я смогу открыть его. В комнате матери был сундук. Так, девчонки, вы все те же. Вы все те же самые. Кривится что-то. Кривится. Пошли вниз. Ну кто там опять? Опять этот клоун. Клоун. Вся в мурашках, ребят. Страшно, блин, охренеть. Собаки какие-то бегают за мной. Так, чё, давай, может, сразу тогда дадим кладбище, сфоткаем тоже. Потому что я не хочу вообще возвращаться на улицу, поэтому мы сейчас сразу все дела сделаем, и потом вернемся назад. Потому что, а нафиг оно мне вот это надо ваше, ходить по этим страшным местам? Что это такое? Тут, слышь, ходит что-то, шумит. Шумит. Во! Вот это еще фоточку надо сделать. Так, С сделать снимок. Делаю. Ну, кто-то пробежал! Угу. О! Берусь. Так, знаешь, я могу с этим что-то сломать? Точно сможешь. После того, как родители забрали, я оказался в детском доме. Там я нашел друзей, и каждый стал счастливым. Тот монстр, который жил во мне, успокоился и перестал появляться. Мне хотелось обрести семью, которая примет меня таким, каким я был на самом деле. Нормальным. Так, ладно, почапали быстрей. Быстрей! Пока нас никто не съел здесь. Пока нас никто тут не схватил. За одно место. За пятую точку. Куколки ставят. Ну, куколки... Там кто-то прошел. Куколки нам помогают. Ой, ладно тебе, брось. Мы же с тобой уже виделись, по-моему. Так, мамина комната нам нужна, да? Там был какой-то этот... Тук-тук-тук-тук-тук, да. Там был какой-то чемодан, он говорит, нужно его вскрыть. По-моему, мамина комната была на втором этаже. Потому что, ну, спальня обычно на втором этаже. Сюда нас как бы не пускают. Значит, комната здесь. А, да, вот сундук же огромный. Ух, какой. Смотри, сколько всего. Что это такое? Так, Стивен и Нэнси. Это родители, наверное. Мы вернулись в наш дом, но там жили другие. Мне нужно было избавиться от них и вернуть свою жизнь обратно. У них родился ребенок, он так похож на моего Фила. С ним мы можем начать все сначала. Маленький Питер... Мы твои новые мама и папа. Она хотела начать все сначала, но что-то пошло не так. Чё скажешь? Звучит как-то очень странно, да? Непонятно как-то. То, чё хотел, зачем? Зачем вы меня пугаете-то? С кремотой своей. Короче, я пока ничего не понимаю. Какие-то шизофреники. Что-то у них что-то с ребенком не случилось. Или это не у них случилось. Потому что у них же ребенок в детдом попал. Короче, ничего не понятно, очень интересно, как говорится. А клоун-то плопал. А клоун-то плопал. Бежал куда-то. Ну вот опять вот эти все всякие ритуальные штукенцы, куклы Вуду, вот это вот все. О! Удобно. Чердак. Обожаю, ребят, на чердаках. Ну, я очень рада, что вы со мной здесь. Я так рада. Мне вот с вами вообще не страшно, пацаны. Очень рада, что вы тут. Вот ты. Ребят, люблю вас. Люблю. Еще какую-то фигню взяла. Так, и чё? Куда это все вставлять? Паровозик. А, вот сюда походу. Это сработало. Похоже, замок в подвале открылся. А мне можно ножом?
Я могу взять? А я не могу взять, смотри-ка. Только положить на место. Блин, обидно. Обидно сейчас было. Слушай, так мне нужно найти, получается, еще одну эту... Еще один ключ. И, скорее всего, он в той комнате, где жил мальчишка. Скорее всего, она нам сейчас откроется, эта комната. Пойдем пока это уберем. Вот, и сейчас нас кто-нибудь встретит здесь. Скорее всего. Ладно, спасибо, что хоть здесь есть свет. Я очень благодарна хотя бы за это. Вот, один замочек нам остался. Пойдем наверх. И там единственная комната, куда мы еще не ходили, куда мы можем сходить. Больше ничего нет. Ну что, открывай. Ну так и не открывает, слушай. А чё тогда? Где нам еще искать? Смотри, одну мы нашли здесь, да? Мы ее забрали. Вторую прям там на месте. Где может быть тогда третья? Ой, он что-то разозлился. А, нет, он такой и был. Казалось. Казалось, что он на меня обиделся с чего-то. Но мне кажется, что нам нужно как-то проникнуть, ну, вот в эту комнату. Вот сюда. И там, скорее всего, оно есть. Но меня туда не, ну, категорически не пускают они меня туда. Говорят, нет. Ты не пройдешь. Может быть, где-то здесь. Среди вещей и хлама какого-то. Сейчас все осмотрим. Обследуем, так сказать. Такой звук неприятный, прям. Не люблю просто звуки, когда, например, вилкой, знаешь, по тарелке водят. Ненавижу, прям вот не могу. И вот этот очень похож звук. Может, у тебя, но у него только свечка, он мне подсвечивает. Так-то я думаю, эта штучка бы мигала, наверное. Я даже не знаю, куда нам еще можно залезть. Какую щель мы еще можем с тобой залезть? Может быть, мы не все фотографии нашли. Может быть, нам еще какая-то фотка нужна. Давай пока выключим. Ладно, не будем. Темно слишком. Здесь вроде ничего нет. Непонятно, слушай. О, кстати, они пропали вон, ребята. Они больше не появляются. Ну вот так где? Где, если не тут? Давай еще раз пойдем. Может, все-таки там вверху где-то есть еще. Мы что-то невнимательно с тобой посмотрели. Давай проверим. Ну как, я невнимательно посмотрела. Еще нет ничего. Здесь только игрушки, краски. Какие-то всякие штучки, дрючки, приколюшки. Блин, а может... Ну нет, просто ножик. Просто можно вот повертеть, посмотреть. В целом ничего интересного нет. Вот ты не... Подскажи мне, где еще одна вещь? Куда идти вот ее искать? Непонятно, говорить не тут. Значит, вниз, значит, туда, куда мы с тобой не ходили еще. Точнее, у нас вроде больше никаких дверей-то и нет. Сейчас посмотрим. Тут нет. Ну, на кухне тоже вряд ли это будет, ну, ключ-то. Вряд ли он будет на кухне. Можем теоретически, но нет, ну, видишь... Не хочет открывать. Можем попробовать сюда? Но нет, и сюда тоже нет. Но остается только вариант опять пиликать на улицу. Куда мне очень не хочется идти. Здесь как-то тихо, подозрительно. Ну вот где может быть? Может быть, ну пойдем еще раз ходим туда. Может быть там. Ну, вряд ли. Хотя, видишь, здесь замок, может, я... Нет, он, видишь, на лестницу хочет сразу. Давай тут внимательнее посмотрим. Я надеюсь, то есть повторяющихся скримаков-то не будет, наверное.
Ребят, вы не видели ключ? Ключ желтый, светящийся такой. Так, это мы с тобой читали уже. Не видели, нет? Точно? А если проверю? А если найду? А, так, ё-моё, ну... Хорошо, что я сюда зашла. Такая, блин, внимательная вообще колбаска. Привет, клоунчик. Вот так вот. Невнимательность называется. Надо все внимательно осматривать. А то придется два раза ходить в один и тот же лес. Страшно. Жуткий. Так, мы сейчас, получается, откроем подвал. Там, где сидит мальчишка. Ну, я что поняла? То есть у него были какие-то больные родители. Ну, на голову. И они в целом-то его и довели до такого, наверное. До такой жизни. Так, давай, вставляй. Ага. Все, супер, открыт проход, идем. Господи, вы себя видели, дамочка? Ужас какой. Ужас. Зубы-то какие себе вставил, маньячка. Ну, сейчас что-то будет точно, смотри, какой длинный коридор стал. А, он такой был? Ну, ладно. Зачем вы выключили свет? Он, бабка, опять стоит, смотри. Выпаливает на меня. Вон, красотка какая, а? Плохо видно ее. О, ну это лысая тетка. Все, идем. Да ладно, не больно-то мне не хотелось. Мне же вниз надо. В подвал! Мне ж в подвал надо идти. Да чш, да, я в курсе. А что, тут тихо надо разговаривать? Нельзя шуметь? Тут что-то ничего нет. О, Бигфут, my friend Бигфут. Блин, прикольно, я же видела этот, игрулька есть такая, Бигфут. Кассетка. Что там написано, подожди. What the? Что это? Я возьму посмотреть. А у нас есть разве куда смотреть? Ну, на чем смотреть? А, вот. Стоп. А, во. Смешно тебе, да? Смешно, конечно, очень смешно издеваться над взрослым человеком. Давай посмотрим, что там. Ну и чё? А. Ребенок, который жаждет родительской любви, становится отвергнутым из-за того, что он не такой. Мне нужно было помочь Филу обрести свободу. Я успокоился, когда Фил оказался в безопасности. После той аварии Фил попросил меня помочь вернуть свою семью. Мы много раз пытались, но ничего не уходило. У Филу было только хуже. Ну, какой жуткий год. Я остался один. Решил, что если мы не можем вернуть его настоящую семью, то смогу найти ему новую. Пока я в этом думал, то вспомнил наш дом, где мы были вместе, и решил взглянуть на него. Когда я подошел к дому, то увидел ребенка. Фил мог бы о нем заботиться. Я уговорил Фила пойти в воскресенье на праздник День Отца. Говорил, что там твоя жизнь изменится, но он отказался. Тогда я отправился туда сам, надев свой лучший наряд. Я хотел веселить детей. Это тот клоун. Я встретил своего отца с ребенком. Это был тот же мальчик из нашего дома. Он плохо с ним обращался. Он был ему не настоящим отцом. Я сделал так, что он остался один и подошел к нему. Его звали Питер. What? Ой. Джонатан, твое подсознание адекватнее, чем ты. Тогда ты должен понять, что ты и есть зло. Ты сделал своих родителей монстрами. Из-за тебя они убили родителей Питера. Из-за тебя Эмма потеряла Джей Джея. Я ничего не понимаю вообще. Я пришел после школы домой, моя мама была в плохом настроении. Мне пришлось опять сидеть в подвале. Я, если честно, что-то вообще нить потеряла. Вот прям вообще. Джонатан, 4:27.
Так, берем камерку. Ой. Эмма, твой сосед тебя очень ставит. Я знаю, что ты добра к нему, и твоему сыну нравится. Так, это мы читали уже, подожди. Это то письмо, которое отправлял Эмми. Этот сукин сын его украл. Я знал, что он виновен. Дневник Фила. Нос Фила, я так полагаю. Бумажка. Тут еще есть дети. Джиджи должен быть среди них. Че? Так, это куклы, цены. Все на месте. Подожди. Давай еще раз на тютю сходим. А, нельзя? На тютю нельзя, говорит. Ну, пойдем. Так, ну что, куда мне идти-то? Так, здесь закрыто, я поняла вас, девчонки. Тут что? Тут тоже как-то закрыто. Опа! Этим драться надо будет? Куда вы меня хотите? Туда? Вот сюда, да? О, там что-то есть. Стой. Угу. Что это такое? О, это... Ну, я не помню, как это называется. А, болгарки повреждены. Еще хватит на один раз. Чё ты? Что? А чё вы плачете-то? А болгарку-то куда? А, открыть вот это место. Все, я поняла. Диск сломался. Но дверь ты открыл. Уже хорошо. Только я не поняла, откуда мы поползем. Мы же уже были в подвале. Или это какой-то новый подвал? Акт 6. Вместе навсегда. Нет. Только не парк аттракционов. Пожалуйста. Мне здесь надо будет бегать от этого дикого клоуна. Фил смеется. Фил, не смейся. Фил, ты где? Надеюсь, он не за спиной. О, мальчишка стоит. Wow, that was funny. Это я, Фил. Это я, клоун. А, тогда я не боюсь. Я в своей лодке. Привет, мальчик. Привет. Как тебя зовут? Ты ведь тут с родителями? Меня зовут Питер. Я на празднике с папой. Твой папа потерял тебя. Он попросил меня помочь найти мальчика с темными волосами, которого зовут Питер. Пойдем, я отведу тебя к нему. Хорошо. Несколько часов спустя. Я буду жарить ему мышей. Hey, kids. Эй, ребят, эй, парень. Я ему говорю. Ну я Фил. Я не боюсь цел. Я просто больной психопат. А, я наверх к нему залезу сейчас. Hi, kids. It's me. Эй, парень, это я. Нужно накормить моего нового друга. Ну так давай ему это. Тут как будто пицца есть. Омлетик. Ой, это как яички. Чаечек надо мутить. Он, наверное, кашу хочет. Ты считаешь, ему этого достаточно? Well, look at that. О, посмотрите на это. Ну ладно, в принципе, блин, пицца, яичненько. Так-то вкусненько. На, малой, ешь. Амам. 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 Но это у меня журчит, ну. Я тоже холоден. Давай пиццу съедим. Оп-оп. Тостик еще. Восхитительно. А теперь я пойду спать. А я с ним сплю. С ним сплю? Вот здесь. Ну ты же не оставишь его одного дома. Ты одного дома его оставишь? О, паровозик.
А, мне, наверное, с паровозиком надо идти с ним спать. Все, я пошла спать. Пацан, на. А. Ну нет, он не хочет. Ну я же не пойду куда-то в другое место спать. Или посуду надо помыть. Что делать-то? Так, я маньяк. Нужно думать, как маньяк. Выключить музыку, понял? Все маньяки так делают. Все, теперь можно спать. Нет, еще нельзя. Ну, значит, надо потушить камин. Хотя нет, нам холодно будет, мы тогда замерзнем. Нужно свет выключить, получается, правильно? Где свет выключается? А где выключается свет? Подождите. Ну, наверное, наверх. Пора ложиться спать, написано. Ну, я что-то не хочу спать, он не ложится. Подожди. Чтобы лечь спать, нужно выключить свет. А, вот, наверное, да? Нет, это радио. А какие у меня еще могут быть дела? Вообще как-то тупо открыто окно, да, и камин горит. Как-то странно это все. Или я вот тут сплю? Или я на полу сплю? А, я на диване сплю. Ха, умна какая. Блин, думала с пацаненком сплю. Не, ну там так-то места много просто. Несколько дней спустя. Время новостей. Полиция разыскивает мальчика 10 лет. Зовут Джей Джей. На его поиски были направлены сотрудники полиции и добровольцы. А, так я еще одного ребенка похитила потом, получается. Сначала Питер, потом Джей Джей. А куда я их деваю? Акт 7. Тьма выходит наружу. Но это мы, походу, знаешь, вернулись на самое начало. Потому что начиналось так же, мы с тобой мыли руки. Ой, бастард. Фил. Это я, Фил, я маньяк. Я Фил, я не боюсь. Я из-за того, что я маньяк, я не боюсь, в принципе. Это моя реальность такая вот. Клоун. Это издеваются надо мной? Father's Day. Издеваешься надо мной? Я из-за тебя такой маньячкой стала, психопаткой. Ну, типа, мы играем за психа больного. Видите, вот он, guilty. Виновен. Ну, есть. Есть такое, виновно. Это факт. Фонарик не работает. А что сделать, чтобы работал? Ну, давай без фонаря тогда пойдем, что? А, у нас дом-то перевернутый, погоди. Ничего не видно. О, мы сейчас кино будем смотреть. О, там ползает. Ну садись на диван, что там ползаешь? Грязь такую разносишь. Что? Тихо. Давайте посмотрим, сейчас перемотает. Давай. Ну тихо, погоди. Я хочу сесть в кресло. Это я смеюсь, если что. Это мой настоящий смех. Так а чё, я же не посмотрела ничего. Короче, там было, ну, то, что я успела видеть на камере, там была клетка. Видимо, там ребенок что ли, сидел в этой клетке. Непонятно, не успела посмотреть. Акт 8. Живым не уйти. Аккумулятор на видеокамере разрядился. Джонатан. О, я Джонатан. Заперто. Где-то здесь он прячет ключ. Где-то здесь. Так, давай, эрудицию. Там дальше включаем дедукцию. Где маньяк? Клоун может прятать ключ. Где? Нужно думать, как маньяк. О, фонарик. Либо все тыркать. Одно из двух. Где-то тут он прячет ключ. Но явно где-то вот, ну как бы тут, потому что меня больше никуда не выпускают. То есть где-то... Где-то тут. Где-то... Где-то здесь. Где-то вот. Ну да. Ну, короче, о. В
Блин, а тут ничего не тыкается, слушай. Где же он прячет ключ тогда? Где-то здесь он прячет ключ. Капец, вы такие умные вообще. Где-то здесь. Где-то вот тут прям, да. Где-то прям тут. Так, это пробки. Может быть... Нет. В краске? Да не, вряд ли. Я не вижу ключа. Но мне кажется... Он около фонаря висел или под фонарем? Ты же... Тебе не идет эта маска. Похоже, знаешь, на кого? На этого, на клоуна из американской истории ужасов, потому что у него рот такой же был. С стеной есть проход. Как его открыть? Стоп. О, я могу открыть это отверткой. Осталось найти отвертку. Где мы ее можем взять? Может, наверное, у него и отверточка здесь где-то хранится, да? Где-то тут, вот рядышком прям. А чё нет? Ключ висит, отверточка лежит. Все для меня, все для людей. Чтоб все, каждый мог зайти и посмотреть, что тут у него творится, что происходит. Где отвертку-то взять? Может, в пакетах? Ну, в пакетах вряд ли. Где еще может быть отвертка? Давай внимательно смотреть, наверное, висит тоже, как и ключи. Может, как-то... Но нет, здесь это, значит, нужно проломить, видимо. Отвертку где взять, я вообще не очень понимаю. Так, внимательно. Она висит прямо перед твоими глазами. Я тебе отвечаю. 100%. Нет, нету. Отвертка. Я пытаюсь смотреть на стены, но пока что-то безуспешно. О! О, ну конечно, она просто лежит. Вот там шум. А, просто лежит рядом, на полу, просто, да. Да могли бы прям здесь положить, короче. Все маньяки так делают. Я вам отвечаю. Ой. Что за газовая камера? Нужен ключ. Так, нам нужен кран. Нужно вот это вот закрутить, как бы, понял? Только где крутить? Я тут не про... Взять... Пар мешает взять кувалду? Так нам... А, нам, наверное, нужно выползти назад, понял? Выползти назад и где-то там крутануть. Так, ищем, где крутить. Во-во, слева точно вспомнила. Ага. Все, газа нет. Так. Все, берем кувалду. Вот это вещь. Да ладно, открыли бы, ну ё-моё. Сейчас будем долбить стену. Ой, что шипишь на меня? Я даже не успела посмотреть, кто там. Это он тут типа хоронил детей, что ли? Что это за место такое? Ну я ж Фил. А, нет, я Джонатан. А я не помню, кто такой Джонатан. А, Джонатан — это тот, кто исследует его мозг. Кто там? Какашки какие-то. О, мне надо понадобится стремянка, чтобы подняться. Тут, кстати, есть ключи. Теперь я могу открыть шкатулку, которая находится в кладовой. Ух ты ж. А стремянку-то где взять? Ой, там кто-то ест. Вон, жопа какая-то. Это голум. А где стремянку найти? А нам прям самый назад теперь, что ли? Я просто, ну... Я думала, мы как бы вообще в другой локации сейчас находимся.
Ну что, мы назад не пойдем уже? Походу пойдем. Так, а здесь стремянки нет, да? Ну, возможно, мы ее... А, так вот стремянка. Ну, видишь, как удобно. Все есть, все здесь. Полный набор детектива сразу в логове. Место, на месте преступления, короче, вообще все. Все, что душе угодно. Так, там кушают, не будем мешать людям. Все, они полезли. Не хватает ручек. Да здрасте, приехали, а где? А где ручки-то возьму? Малой, у тебя есть ручки там? Он, кстати, доел. Блин, а они, наверное, может, в шкатулке той, которую мы сейчас откроем? Может быть. Пойдем тогда назад. Но это как-то очень далеко. Это надо из дома выйти из подвала, потом пойти в дом. Ну, это как-то очень далеко звучит. Может быть... Ну, здесь не открывает. То так бы, может, ручки-то здесь мы достали. А, возможно, ключ будет, кстати, от этого замка. Понял? И мы... Ну нет, он, видишь, не пускает. Значит, ручки должны быть здесь. А что за шкатулка наверху? Стой. Ну вот эту дверь он не открывает. Говорит, нельзя. Может быть, ручки там, в этой кладовке? Давай смотреть. Может, мы тут не все посмотрели? О! А, вот эта шкатулка. А, ну да, вот ручки. Я думала про другую шкатулку. Я думала, шкатулка какая-то в доме. Прикольно. И вот куда ты пополз? Подожди, а тут же дверь была, да? Стой. А, ну нет, все правильно, он пополз. Правильно, он пополз. Он пополз туда, где он кушал. Угу. Там он кушает. Так, поехали. Сюда. Оператор, не попадись Филу. В смысле? Мне от него бегать надо будет? Нужно взять с собой фонарик. А что делать-то? А что значит не попадись Филу? Нужна монетка. Ой, Фил. Он ко мне идет. А он меня видел вообще, нет? Он зад-назад ходит? Так, стоп, он меня видит. Я просто бегать от него буду. Значит, Фил, отстань. Мне нужна монетка. Подожди, где я могу взять монетку? О! О! Фил, кто бегает? Ай, ну Фил! Он меня с одного раза убивает, что ли? Это нечестно. Ну что, ребят, я думаю, на этом моменте может закончиться. Я почему довела до 50 минут? Я думала, что это все уже там близится к концу, мы с вами докончим. Но я так понимаю, что здесь как раз-таки, когда нам надо будет бегать с этим Филом, да, я так думаю, на это уйдет много времени. Вон он, красавчик, можете вот на него полюбоваться. Идет. В общем, тут надо будет на все смотреть, все исследовать. Блин, жуткий какой, толстый, лысый, с кривыми зубами. Короче, мерзкий тип. Вот, поэтому мы с вами на этом наш тир закончим, продолжим от него бегать следующий. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, и всем пока! У-ху-ху-ху-ху-ху.